Сьогодні відновити стосунки спробують дві творчі особистості: 22-річна Тамара, успішна фотомоделі-акторка, та 25-річний Ерік, актор із складною творчою долею. Хлопець та дівчина познайомились 2 роки тому на знімальному майданчику, де грали закохану пару. І майже одразу після знайомства між ними розпочався стрімкий та пристрасний роман. Більше року Тома та Ерік жили разом. Криза у стосунках співпала із стрімким злетом Тамариної кар'єри та творчими пошуками Еріка. Ерік і досі мешкає у квартирі, за яку платить Тома, що більшість часу проводить у багатоденних відрядженнях. Зараз стосунки пари настільки складні, що у Томи та Еріка не виявилось навіть спільних фотографій. За умовами нашої програми, Тома та Ерік повинні бути разом протягом 3 днів і врешті вирішити, чи мають їхні стосунки майбутнє. Слова не допомагають, в общем, крики не допомагають, якісь поступки безумно не допомагають. Будемо сподіватися, що допоможе іменно участь в цій передачі. Блин, ты че уснул, что ты дверь не открываешь? Ты че, бухал? Да не, мы немножко вчера погуляли, потусили немножечко. Так тебя несет алкоголем. Чем ты здесь занимался все эти дни? Ты не убирал, вообще вонь такая в квартире, бардак. Я вообще не удивлена, какого хрена я сюда вообще ехала? Зачем ты меня вообще вызвал? Я все сорвалась, приехала. Смысл в чем? Ну, успокойся. Я спокойна, надо меня успокаивать. Хорошо, надо меня успокаивать. Буду кричать. Это, да. Как я должна не кричать? Посмотри, что происходит. Ты поставь себе вообще хоть один раз себя на мое место. Что происходит? Что творится в квартире? Мы отдыхали сейчас. Это ты меня так ждал. Ты гулял и отдыхал. Да тебе было абсолютно пофиг. Приеду я или не приеду. Сейчас соберемся. Успокойся. Ну ты приехала и сразу начинаешь наезжать на меня. Что, как будто я должен что-то, я не знаю. Расслабься немножко, отдохни. Ты издеваешься надо мной сейчас? Что ты мне городишь? Я не издеваюсь, ну. Я приехала, ты бухой, говно, в дерьмище. Ты не понимаешь, чем ты вчера занимался. Гулял, просто гулял. Немножко гулял. Я очень рада, я работаю, ты гуляешь. Я работаю, ты гуляешь. Можем куда-нибудь хотя бы поменяться? Давай не будем. У меня башка вот такая после вчерашнего, реально. Иди просто, сделай мне чай, я тебя прошу. Потом поговорим. Когда? Сделай мне чай. Свет выключи. Ты вообще кто такая? Эй, ты, давай вставай. Слышишь меня? Слушай, детка, отойди, пожалуйста, отсюда. Ты кто такая? Ты что делаешь в моей кровати? Ты в моей кровати лежишь. Ты что, тут непонятно какого-то хрена? Слушай, миленькая моя. Одевайся давай и вали отсюда. Ты что, вообще охренела? Слушай, я как сейчас встану, ты здесь ляжешь. Пошел в дом. Охренела, давай вали. Слушай, деточка, успокойся ты, психичка, ты что, с Фрунзе приехала? Давай, валю. Я сейчас проломлю этим каблуком черепуху твою. Смотри, чтобы я тебя что-то не проломила. Давай, вали. Быстрее. Слушай, Эрик, кто это такая конченая? Тихо, тихо. Что тихо? Что тихо? Что тихо? Что вообще? Что тихо? Кто это прошмандовка? Что здесь делает? Да это просто подруга, успокойся. Подруга просто. Пусть твоя подруга просто выметается нахуй из моей квартиры. Пусть нафиг выметается, понимаешь? Я плачу деньги за это, я работаю здесь, развел бордель. Давай сядем, не знаю. Бахнем, какие сядем? Поварим. Иди, я тебе вали давай отсюда. Тихо, шлюха. Только не надо драться, хорошо? Без рук. Идиот. Хочешь меня лучше двинь? Шлюху привел. Какая? Слушай, ты аккуратнее, пожалуйста, со словами. Знакомая просто. Ну, какая твоя знакомая? Смотри, с кем ты разговариваешь. Просто репетировали. Вчера ты дня тут были еще люди. Просто люди ушли. Вернее, они утром ушли. Перед тем, как ты пришла. Ну, а мы просто остались еще. Она еще не ушла, потому что ей на учебу позже, на вторую пару. Ну, бери свою знакомую, пытайся нахер с ней из моей квартиры. Ты меня сейчас понял? Сейчас мне надо там пока, подожди, собраться. Давай собирайся. Быстрее, пожалуйста. Ну, я скоро все равно на работу, типа. Какую работу? У тебя нет работы. Ну, искать. Искать работу, да? Да? Что ты стала? Вали, давай. Валерьянку дать? Ну, понятно, какие, блин, тёлки лежат у меня в кровати. Я говорю, вчера было много людей, была классная пати. Ты пропустила, кстати. Могла бы раньше приехать, нормально повисели бы. Сели. Я работаю, зарабатываю деньги. Оплачиваю квартиру, в которой ты живешь, приводишь непонятно кого, устраиваешь свои вечеринки очень крутые, бухаешь, понимаешь? Я прихожу, вот это все вижу, ты думаешь, я должна нормально на это реагировать? Да не было ничего. Ничего не кто-то было. Расслабься, слушай, у тебя сама, кстати, смотри, сумка из России. Почему из России? Ты же не в России была, ты в Украине была. Ты меня
меня тоже обманываешь, ты тоже где-то была с кем-то, что-то делала. Че ты городишь? Я тебе сейчас объясняю реальную ситуацию, вообще жизненную, когда ты приходишь, у тебя вот такой вот прекрасный неожиданный сюрприз лежит, понимаешь? Тебе должен молодой человек встретить, а у него в кровати какая-то непонятная женщина лежит. Ну, успокойся, не было ничего. Это не жизненная ситуация, это игра. Помнишь, Шекспир сказал? Весь мир театра, все люди... актеры, поэтому... Ты какой-то неадекватный, ты пропил себе мозги. Это что вообще такое? Кофе, чай. Можно два капучино, пожалуйста. Как у тебя еще тараканы здесь не завелись? Девочка, собирай просто вещи и уходи. Тебе что, кипятычку на паре не хочешь? Тебе комнату выделить? Да не переживай. Месяц. Эта комната... Что же ты здесь делаешь? Что ж ты там спалась, и тебя эта комната не устраивает? Ну, потому что погуляли вчера. Что дома? Там пиво кладут. Зайка, не переживай, сейчас попью кофе. Какой дурдом? Вы надо мной издеваетесь? Какое пиво? Какое кофе? Боже, пожалуйста, Валечка. Зайчик, успокойся, я хочу попить кофе, сесть в машину и ехать, и больше тебе никак... Едь сейчас, сейчас, едь! Какая разница, ты идешь... А что того тебе, нервов не хватит? Слушай, Эрик, что ты мне нашел? Послушай, пожалуйста, я тебя прошу, не трогай же меня. Проводи свою подругу, пожалуйста. Брейк, успокойся. Проводи свою подругу, успокойся. Брейк, брейк. Бычка. Все, никто... Эрик, что это такое? Что за помойка у тебя здесь с тобой? Живет. Вообще ну, не понять. Нет, просто она немножко нервная, но не бывает. А, нервная. Она просто расстроилась. Немножко нервная. Немножко устала. В позе не кормили нас. Ты курица. Если тебе что-то не нравится, может, ты отсюда уйдешь, деточка. Слушай, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Дом. Ну как без рук? Давай, не давай. Надо. Стой! Успокойся. Успокойся ты. Ты у меня дома. Охренела? Блин, отсюда. Вообще не знаешь, с кем ты тихо, разговариваешь. Тихо, очки аккуратно, Диор. Не разбейте, девочки, дорогие очки. Все, я думаю, не обижайся. Ну, это просто... Да все хорошо, просто выбрось туда, куда, откуда она пришла, в помойку. Эрик, иди в жопу. Я карту потерял, а интернет не работает. Где жопа, я не знаю. Подскажи, Том, у тебя есть GPRS? У меня интернет не работает. Отключили за неуплату, тебя давно не было. А я не работаю. Вот такая херня. Что Том? Ты здесь развел? Что ты засрач вообще? Ты засрач! Давай убирай! Тихо. Чем ты тут занимался? Можешь тебе платить 100 гривен блин, в неделю, чтобы ты убирал? Старше моей бабушки, мы продадим на аукционе ее, Тома. Что это такое? Давай убирай! Что ты стал? Офигенно повисел? Офигенно? Тихо, офигенно хорош. Повисел? Тихо, 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 там есть Шекспир, осторожно. Слушай, а еще Данки, Данки, дорогие. Понимаешь, я тебя просто ненавижу! Это да. Просто какой-то кошмар! Ты надо мной издеваешься, да? Да нет, ну... Давай расслабимся немножко, слушай. Ты уже расслабился, ты херенно расслабился. В магазине... Я просто сейчас собираюсь и уезжаю обратно. И ты пожалеешь о том, что ты просто взял и вот так вот меня вытащил просто с работы, чтобы я сюда приехала и увидела непонятно что, и настигла вот такую что? Вот картину. Ну здесь ничего не было, ты что не видишь просто движение обычно, как всегда, ты что не помнишь, у нас было да, движение? Да, как всегда, каждую так вот, неделю. Как всегда больше не будет, понимаешь? Слушай, ну... Я и то, что послушала, я уже увидела. Да, да, скажи мне что-нибудь. У тебя, может, получится? Не надо, хорошо, прости меня, ладно. Ну, я, может, переборщил. Ну, может, я ты... не знаю, ну что? Что случилось? Боже мой, как мне сделать, чтобы ты почувствовал вот... Не буду больше, ладно? Тебе что, 12 лет, мамочка, я больше не буду. Я тебе не мамочка, ты уже взрослый мужик. Ты должен самостоятельно жить, смотреть за квартирой, за порядком. Не разводить вот такую вот срачельник, делать из нее берлогу. Найди себе, в конце концов, работу. Я работаю. 21 век, я зарабатываю деньги, чтобы ты, бугай, жил. Вот нормально вообще ты себя чувствуешь? Ты офигенно устроился. Тебе хихоньки-хахоньки, тебе какое? Сколько лет? Ты говоришь так, как будто я какой-то бомжара, бугай. Ну что это за чушь? Я пошла в ванну, не трогай меня, хорошо? Okay.